Городской дом культуры приглашает солистов и вокалистов старше 55 лет к участию во втором открытом городском конкурсе вокального творчества «Серебряный голос Амура». Конкурс пройдет в двух номинациях – «Эстрадное пение» и «Народное пение». Заявки принимаются с 23 августа по 23 сентября по адресу улица Ленина, 144 или по электронной почте заявки gdk@mail.ru. Положение о конкурсе на сайте gdkamur.ru в разделе «Документы». Справки по телефону 52 54 13 и 8 968 246 26 54.